Блядь. Сейчас, секунду. Так, МК-даун, все. Соло танчит, нахуй. Алло. Кто первый забирает? Ну, кого надо брать? Мишка пускай первый. А кто второй танк у нас? Против. Вон Паладин. Ниже Ник первый, блядь. Через стака держится. Слотную пал заберешь. Мишка. Рудку. Угу. Что? Что там? Не, ничего. Блядь. Я видел и более достойных хотел. Кислоту заберешь, пал, блядь, ты блеванет себя, бабл прожмешь, снимешь бабл. Угу. Блядь, ниже. Бой, герой. 5, 4, 3, 2, 1. В огне не стоим. Сильно выходит. Снобальда убейте. Снобальда. Вожу в мелизону. Нихуя жок не слетает, выйди уже. Снобальда сыграется. Блять, мне еще пристел мове настроить нахуй на этом фаре ебучий. Позара ноль нахуй. Ужас. Ну, были убить. Так, короче, я вернулся. Я понял, у вас никто, блядь, ролить не хочет. Дай боб по протику. Все, Войд, ловишь первую. 5, 4, 3, 2, 1. Был. Ладно, пакет сводки играем. Переп он поставил. То я смотрю, все как-то, блядь, подошли, непонятно. Разбегитесь, че хули вы все вместе стоите, ребят? Вас не учили, блядь, тут играть вообще? Войну пошли. А, блядь, помогите, нахуй, сейчас застыну. Сдох, блядь. Войд. Бэрить, не бэрить. Нет, сними, блять. Ну а чё ты раньше не снимаешь вообще? Ну так она блюет по таймингу. Ты считаешь, что все должны в параличе стоять до закопки? Ну к тебе люди бежали. Тебе люди бежали гораздо раньше.
Блять, ложитесь, короче, нахуй. Вам надо, блядь, все объяснять, блядь, как играть. Сейчас детально показываю, блядь, танком, как вы, блядь, танчите. Вольф, те ебеня, в которую ты увел, ты туда не должен уводить. Ты слишком далеко увел. Непонятно зачем. Заходи в инст, смотри. Ловишь босса, как бы, вот здесь. Вот ты его проводишь чуть вот сюда, вот к углу, вот к этому. Вот здесь держишь, пока он не скинет в лужу. После этого перемещаешься вот так. Все, и вот здесь стоишь. Этого будет достаточно. Нет, ты уже стоял где-то вот здесь. Потому что я бежал через весь просто к тебе. Очень далеко увел. Это раз. Во-вторых, на протика, на пол, знаете, второй кислотки. Протик просто держишь ее на месте, понятное дело, она не двигается. РДД, вы все должны стать, блядь, на рейндж друг от друга, вот так полукругом, начиная, блядь, от, грубо говоря, мишки. Теперь, Войд, к тебе люди подходят, ты стоишь, ждешь, она блевнула, вот так, блядь, подбежал, скинул, вернул ее обратно. Она блюет же не постоянно, она блюет четко там по таймингам. Ставлю рыбу хавать. Фу. Баф, сейчас гляну, вроде все есть. Инду на пристапы, да? Бэк. Все готовы, я запускаю. Никогда не стойте кучу на этих боссах, кроме рева. На реве, да, надо будет стать кучу. Здесь у вас, блин, целый зал есть на рейндж друг от друга, на рейндж 12 отойти, я думаю, это не проблема, как бы. Хоть похавать, блядь, не ел вообще с утра, нихуя. Боже, я тебя понимаю, я сам еще не ел. Я в обед там что-то прикусил. Салат какой-то легкий и все. Ну, я вот сам хотел побыстрее рейды закончить и пойти покушать. Но вот надеюсь, хотя бы мы в один день этот закончим, чтобы я вас поел. 4, 3, 2, 1. В ушках не стоим. Уж рейндж повышенный. Чоболь. Блять. Обаль, да под босс. Кулок. Да я бегу, у меня тут просто лужами закрыли. О, круто, Пау, забираешь. Сам по себе, когда добьешь, добьем мы этот боб, кинешь. У меня будет дебаф 2 минуты, я потом под ядовитую прожаться не смогу.
Зачем тебе под ним прожиматься? Ну ладно, пусть тебе ретрик даст, поп, окей. Коль, Что не сделал, не могу подписаться. 5, 4, 3, 2, 1. Держи. Ну, вот опять, куда ты ее уводишь? Она еще лужу даже не разлила. Был. Дай. Да. Сальву помогу. Вот, теперь от лужи чуть отводи. Сейчас плевок будет. Вообще отлично. Обжорство неона сдвинулись. Вот, она проблевалась. Все, можешь поворачивать, снимать с них добав. Там не только хан, со всех сними. Не забываем, рейндж друг между дружкой. Обжорство, ну куда ты подошел? Теперь у нас кислот, когда служу. Ардру, если не попадал, залей Инер, пожалуйста, в Аршан. Я смотрю, у тебя с маной вроде все нормально. Спасибо. Рейндж держим между собой, ребят. Отводи, милики, аккуратно, оббегаем ее. Доп урон не лутаем. Под бордом никто не стоит сейчас. Иди лови его. Ты сейчас встали, а под щит Орды. Под щит Орды, вон он. В эту сторону все сбежались. Смотрим внимательно на ком. На котики. Бежали оттуда. На нах, в дерево нахуй. Фичка сними, пожалуйста. Поймал, поймал. Бля, братан, тяжело тебе будет в ВК. Ну, у нас роман в одного хилит, ему тяжело. Мысли мне тяжело, мне не тяжело, как бы. Мне как бы похуй. Опять чуть. Еле ушел. Любит он меня. Уж нихуя не делал.
Пара-пара-пам. Платим. По кому попал? Тема сейчас? Он сейчас тотемом ебался? Да. Блять, а дело в том, что на прошлом КД я специально прям вот на его ход ставил тотем, когда мимо пробегал. Он не врезался в них. Бля, кончик, ну ладно, уберу тотема вообще не. Как берю. Слишком далеко. Не он. Но чем проблематично? Будь здоров. Сорян за это. Все, Павел, это я правду сказал, человек. Выпало прям то, что надо. Еще запы осталось рубить, и вообще прям идеально. Ну, честно говоря, на ретрика что фэр, то кольцо говно, как бы, ну ладно. Ну, я просто не с острова. Сейчас. Ну, ретрика сейчас спекайся, сейчас ты в танке не нужен. Сейчас. Ну, так и да. Распределились, опять тоже все, кучи не стоим. Помню. Так, лох, я знаю, Ардру, встань вот сюда куда-нибудь. Вот сюда, вот я прыгаю, шаман. Все, я встану в мелизону. Типа я хулипал. Вообще легко. Да убивать. Хули? Хули его там убивать? 5, 4, 3, да погубим я самоуверенность. Перед вами Шарацус, эреданский повелитель пылающего легиона. Побежал, Сереж. Ну, стой. Ты
Бля, у вас торшан кикает косты, нахуй. Меткости нихуя, ну, бля, ни одного промаха пока. Сплюнь. Заебал. Сереж, тебя любят. Бля, промах. Сука. Хуево сплюнул. Големы 4 секунды. Мастер аур. Одно изгнание дал. Я прохиду на миску. Череп хуй. Угу. Танк сейчас упадет. Ну там уже упали, да, я зря крест потратил. Боже, зайдите просто, сдохните, да и все. Бля, а ты далеко от меня стоял? Я что-то вроде, блядь, тебя хилил. Походу. Бля, ну ладно. Значит, я проебался. Окей. Поэтому, по долгу службы, как говорится, прощается. Хорош. Рыба стоит хавать. Ну да, впервые за все время, наверное, как ты записываешь. Все под этого под жарика идите. Эти. Так, что у нас все по бафу есть? Есть. Запускаю. Доза побежал. Спаки. Блэк побежал. Да он уже через глыбу снял. Так, инфернал. Сейчас я чуть сдвинусь из мелизвана. Приготовились играть к нему. Из гиен. Он не работает уже. А, понял. Бью инфернал. Ршама прохилить. Ну уже все сделано. Я сам себя хилю.
Отлично. Еще нать вам геру, будут станете боссы до следующих инферналов. Ну, в Китае мы идем вагончиком, поэтому нормально. Да. Капец, коровьи. Ой, гимн, ману. Беги просто. Блять, я тут вообще первый раз хоть что делать абсолютно. Беги, Грут, беги. Ну, я... Именно если ты хочешь посмотреть, ну посмотри первый мститель, да, первый мститель, потом может гражданскую войну посмотреть, если тебе интересна сама история Марвела, потом Капитан Марвел, Доктора Стрэнджа рекомендую. Там на запад. Эй, подождите, наручи рулили разве? Блять, ну вы вообще долго раздупляться будете? Сомбреро перекинь, пожалуйста, 300. Че там? Ну, запы, блядь, так они вы же ролите, когда я их уже разролил, как бы вы спите. Так а кто ролит? Я 75 сделал, куда? Ну, до этого ты не 75, а 4 сделал. Это были сейчас запы, ладно, уже. Блядь, а у тебя? 10 секунд разве прошло? Да, блядь, я смотрел, не было нахуй. Я не успел, просто в прошлый раз ты сделал новый ролл, ну ладно. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Напиши Престову в личку. Прист, я так понимаю, не в Дисе? Алло, раз, два. Сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. А что? А что у нас по ДД пролил не Кипр? Это у нас паладин Ретрик ролит себе не на этот. Блять, он латные рольнул, вторые там. А, так слышишь, у тебя, да, блять, у тебя розыгрыш досрочно закончен был, нахуй. Ну, там 10 секунд даже не прошло, нахуй. Идея. Я сразу ролл кинул, нахуй. Почему досрочно, нахуй? Хуй поймешь. Мы вот добили босса, я кинул ролл, после этого в полчат успело написать человек 10, блядь. Обжорство кинул ролл, когда я уже думал их себе забирать, но успех как бы. И потом как раз одна секунда оставалась, и я досрочно закончил. Ну. Меня хуй знает. Долго ролите, ребят, долго. Так, что у нас там? Вижу. Такого. Креста. ДК, Лок, Сова, Аму. Отлично. Запитанные эти наручи, давай нахуй их принесем, призду, я пойду спать нахуй, заебало уже сидеть целый. Выбишь ты еще эти наручи нахуй. Все, Войд, заберешь этого Тирия, можешь его вообще даже через смерч. Можете прям, блять, в толпе, просто сейчас толпа на толпу нахуй. На присте. А на присте? На кулак висит от Юкаты. Ну, понятно, значит, так надо. Окей, понял. Все, все готово.
Нате вам таймер, по таймеру пол. Здесь просто можно стенка на стенку выносить. Там некому у них дамажить. Но я-то вижу, Череп. Что на мне кулак висит от Юкаты. Это Прис сейчас говорит? Или кто это говорит сейчас? Кудро. А, ну так, блядь, сказали Прис на друле, да? Угу. Ну, каст. Блядь, это ты ебан, да, здесь ну. По ним нахуй. Хоть тут вообще приз нам, если у них не диспут. Или не, наверное, спасибо. Да, был даже хуй с ними. По кресту играем, уже черепа нету, ребят. Крестик. Уда, да, по кресту. Я лег. Да, ничего себе. А, окей. Берить не надо. Ебаный урод, отхиливается нахуй. Хилов просто контрольте. Ни мазги спелла, блять, нету от него. Говорю, блять, он был нахуй, не под Беллом, был даже хуй с ним. Ну давайте, блядь, я нахуй варфами буду кхоты снимать с них пуш. Ух, блядь. Короче, если он что-то фролит, нахуй, он лут не получит. Еще и наручи мои забрал, пидорас. Пизда, мне просто убила сова, нахуй. Ну, просто я пока хоту пуржу, как бы, понятное дело, что я кого-то могу проебать. Я, блядь, пуржил, нахуй, блядь, и оно нихуя не снимает. Вчера град. Я уже пробовал только что. Не знаю. Ну, это у тебя не снимает, у меня все снимает. Не, он просто Юи написал, магия снимается, хилки, нахуй. Какой смешной чел. Это то же самое, что ты на арене у друля восстановления спиздишь. Блять, это дохуйся, что да, хуй до пис пристав пиздят, почему он яды не снимает, нахуй. Я вообще молчу. Я сдох в начале боя, поэтому судя. Саб, слышишь, если бы, блядь, яды снимал бы приз, то вообще было похуеть. А что, блядь, такое яды? Он не знает такого, блядь. Понимаешь? Я говорю, если бы вообще приступил снимать яды. Он же не может, у него только магический эффект. Болезненно, хуезнь, все хуй. А лучше бы того креста подождали, там нахуй. Там знакомый адекватный, блядь, пристань, вот это, блядь. По ком, бля? Да, он у этого креста долейте тоже. Хилайф, ну. Потом Кири. Пойду я, блядь, быстро корму, пока вы их долбите. Давай. А что, не я один умер, что ли? А, маг еще умер. Шамынар нужен? Не, нормально. Терпимо. 5 косарей хватит мне, чтобы продиспелить остаток. И косты покикать. Блять, прорвал, только хилить начал. Использовать эту способность.
Прист види только прист бить, прист дэшить, прист не пуржить. Бит фейс. Прист бить фейс и все. Прист больше ничего не может. Нужно крутить циферки, крутить ДПС. Да не, просто не хочется. В смысле, обдотал всех, а все и пошел крутить. Потом еще долбить их, на? Да. Ну, последний остался, что такое. Уебать, ну, что 30... такое? На хиле, блядь, 35 рассеивания, нахуй, я ебал. Да, мэнхилом, блядь. Ничего, надо нахуй. Блять, хилу. После сегодняшних потерь. А можно резко лутать? Кто еще, кроме короля, лутать от подобной глупости? Пали великие воины. И ради чего? Истинная опасность еще впереди. Нас ждет битва с королем Личом. Клинька, спасибо. А можно рез? Да тебе проще это, кстати, зайти. Она ханта, да? Мне бы пуху какую, да. Бля, еще ничего не полутать. Ну, бля, заебись. Кажется, блядь, если нормально шмотки. Там ничего на тебя нет. На фаером его собрать нормальные шмотки. Полицейский. Блядь, приз забрал у меня. Приз забрал запы, пидорас, блядь. Да блядь, ты в хуй на эти запы еще. Ну, бля, ну охуенные запы, блядь. Да, с РБК практически такие же. Лишь сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются... Там плюс пару стат. Ну, по пару стат. Валькиры, крылатые вестницы короля Лича. Пусть состязания начнутся! Че, он один раз диспельнул, че ты нахуй? В одного танка? Да. Оля, Лиля, да, подожди. Да. Оп, возьму, секунду. Давай, давай. Дерево, блядь, ты что творишь? Иди нахуй черный возьми. Дерево, черно. Друль, ты черный. Иди, иди, иди тыкни на черную, друль. А, все, сейчас. Когда скажут, тыкнешь белую. Ок. Только не заходи прям в нее. А Злади не будет танк ходить, о, чтобы упалили? Не, не надо. Проходим. Все, все готово. Давай, не пуляй вот. Да, блядь. Разворачиваем. На пул. Поехали. Играем все по черепочку. Поливать можно? Да, конечно можно. Почему нельзя? Так, спецуха 5 секунд, приготовились, ждем команду. Также бьем, ничего не меняется. Повезло, повезло. Блять. Две штуки сюда сзади. Да не нужен, блять, там один. Не повезло, не фартануло, нахуй. Не повезло, не фартануло.
Ты че, готов бегать? Могу побегать. Да просто сферы влетели. Зачем бегать? Навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры, крылатые вестницы короля лича. Ну, 25-ка это ж 25-ка. Да там просто можно было в сторону он бежать, но, блядь, как бы в хилбол. Я смотрю в грид и смотрю как бы на хп боссов и смотрю, что происходит. И как бы я не доследил то, что по две сферы два раза летело. Да, можно, в принципе, и БЛ-ску. Вообще похуй. Касочки, пожалуйста. Я могу саппорты маленькие дать нахуй. Опять кул. А можно каску, а не кулак? Да, сейчас там дадут все. Стык, сорян. Спасибо. У меня на единичку стоит каска, на двоечку кулак. Боек, ты заебал на меня пиздеть. Будешь много пиздеть, пойдешь нахуй, блядь. Ну на Аркане, блядь, с пула БЛ нахуй может сорвать и пизда нахуй, таверну нахуй сыграть. Я готов. Все готовы, блядь. Знаете, теперь Леру. Разобьем. Самое веселое было бы, если бы у меня сейчас был бы промах. Это было бы жестко. Да, кикать касты больше некому, как бы. Окей, я скажу, если что. Ебать вам везет. Угу. Прист. Сменили цвет, сменили таргет. Теперь бьем крестик. Даю. Блять, ну. Ну вы что, серьезно что ли? Блэк, просто, блять, я хуею с тебя. Больше всех пиздел, блять, больше всех нахуй в итоге и сдох, блять. Ну, стараюсь выхиливать, как бы, сейчас.
повезет с пицухой себе. Ты же приезд гимн еще дал. Так, прием. Сбиваю, не могу. Прохил, пожалуйста. Все поебало так проходит. Все это в слив. Откуда сейчас тебе поебало столько урона приходило? Объясни мне, вы. У тебя весь бой было все заебись. Даже когда друид лег. Но сейчас у тебя последние секунды вообще пизда была. То я... Вон, блядь, в секунду по 15 косарей, блядь, ты чё нахуй? Чё это за хуйня, блядь? 15-16 косарей в секунду, ёпта, блядь. Как я тебе это говно выхилю-то, а? Ну это вон, ребят, надо научить, чтобы они не сдыхали. Расскажи им тактику, там, не знаю. Хотя что-то можно понять. Нахуй мне тут рассказывать? Ну, просто я даже объясняю, блядь. Под ним поменяли сферу, поменяли таргет. Ёбаный в рот, блядь. Нельзя, блядь, кнопочку тыкнуть, нахуй. Если я говорю, сменили цвет, блядь. Мы все стоим изначально под чем? Под черным дебафом. Вот, подошли, сейчас взяли черный. Если я говорю, сменили цвет... Сменили таргет. Что это означает? Что надо, блядь, подойти вот сюда к белой и просто по ней тыкнуть, нахуй. Поменять, блядь. У нас минус маг. В смысле? Какой маг? Уже был дисконнект. А рыбка будет? Стоит. Да, сейчас поставлю. Бичевская. Стоит рыба. Это ЛКшно. Ну, ешьте ЛКшно. Значит, на эту нас специями не заслужили. Вот если так умирать, то, конечно. Заслужено. Да. А потом вообще вон, блядь, два мага поставят вам столы и хватит, нахуй. Саппорт может кому-то. Нет, да. Да тут саппорт не поможет. Все, все готовы, не пляну. Это ты не ставлю. Во имя темного повелителя. Нет, это не огонь. Мать Белла. Сколько тут? А, так же бью. Готовим спецуха. Поменяли цвет, поменяли таргет. Переводим, перебегаем. Остановились.
Сухо приготовились. Также бьем. Похиль. Сейчас. Ебать, это плотно нахуй. Поменяли цвет, а уже в принципе добили. Тканевые. О, вестрильно, ёпта. Осторожно. Эхно. Тканевые ступни. Дух, СПД, крит. Знаю. На мне стрел. Не он. У тебя и пушка, блядь. Или подожди. Я ж с этого. Здорово. С кого? Ну это с сокет. С кого ты там убил? Соня. Ну это с тыркой, нахуй. Ты что, затрансил ему? Угу. Да, огнестрел вообще. Так. Хуй, блядь. Короче, Серёж, с тебя сферы и на третьей фазе дух. Угу. Я надеюсь, все тактику знают на Ануба. Расскажи. Начинаем все под жопы босса. Выходит первый моб. Первого моба забираешь войд. Держишь на себе его. Все стоим в луже. Его... Блядь. Первый моб приходит. Что такое? Опять вылет? Да. Я уже не удивлен, как бы. А второй моб выходит. Доходит до лужи. Войд уводит босса подальше. А на себя моба забираешь 3 вката. Прожмешься, я тебя похилю. В этот момент все в одного танка юката в ретрике будет его держать на луже. Да, ну я увожу всегда. И ну у нас РДД, у нас РДД, кливать жука как бы не будут, ты сам понимаешь, если жук будет рядом стоять, ну два ретрика они и так вдвоем будут, а все РДД в этот момент будут пиздить босса. Ну вот, будешь уводить, значит. Гоу, нахуй. То есть каску прохантал. Держит череп, и когда второй моб приходит на лужу, Юй его носит, юкатор. А ты уводишь куда-нибудь его к стенке. Подальше. Увел, все, как бы, РДД в этот... Все играйте по боссу, по нубу. Копателя будет бить два ретрика. Как только он закопается, она будет свичнуться и добить копателя. А... Сферы будет ломать этот хант фича. Дальше. Когда он закопался, будут бегать шипы. Ваша задача, как кайтить эти шипы, блядь.
Вам никак их нахуй не надо кайтить. Просто забегаете на лужу, блядь. На любую лужу, которая рядом с вами, нахуй. Забегаете на нее и ждете, пока шипы дойдут и взорвут эту лужу. Вы убегаете. Будет переключаться таргет. Внимательно смотрим. Никто не рискует. Бопом может пользоваться только один человек. Это Юката. Потому что в нем я уверен. Остальные нахуй, никаких вам бопов. Нихуя. Sorry. Просто... А, погнали нахуй. Разбей сверху. Я уже вернулся. Можно бить. Не будет. Да при чем тут это? Нахуй вы, блядь, пуляете без команды, нахуй? Без случайно, реально. Я, блядь, объясняю людям, нахуй, которые не были, потому что, судя по тому, что происходит в рейде, я вижу, что половина, блядь, не была в Ике. Никогда, нахуй, в жизни. По мобу сыграли. Все. Играем по боссу, там ретрики добьют. Все по боссу. Фулда, да? Больше урона по боссу. Сейчас, как только моб доходит, на любую стенку ты можешь на ту же вести, вот откуда моб вышел. Все, уводи. Уводи, Юката держишь. РДД вы по боссу играете. На, у нас тупые шипы, которые меня не слышат, я понял. Все, добили мобика. И смотрим внимательно, на ком будет шипа. Войд. Не надо. Не надо, не надо, не надо. Все, ты использовал лужу. Блэк. Переключилась на приста. Почему-то. Дай боб. Давай. Не клепор. Угу. Блять, доза, ну ты тупой нахуй или что, блядь? БР почти. Ты туришь, блядь. Да, давай ему БР, блядь. Пиздец, блядь. Взял прям к шипам, нахуй, напрыгнул. Ты суицидник, нахуй, или что, блядь? Каем, каем, каем. Все, отлично, на лужу поставили. Фулбаф сделайте, блядь, по магу. Подведите просто мелочь всю. Сдайте по нему, где это. Выходит моб. Все, моба играем. А Гера будет? Сейчас. Будет, не переживай. Вообще будет. Но не сейчас. Не должен уводит. Уводи. Коля держит моба. Юю. Нет, уже не Юю. Уже не Блэк. Вот, на тебя идет. Эрдру, на лужу, на лужу, на лужу, куда ты, блядь? На лужу, нахуй, стоит. Да.
Беги, малышка, беги! Сейчас появится. Еще лучше разбейте вот здесь, пожалуйста. Вон там, блядь, три шарика плавает. По боссу уже играем, РДД. Подводим мелкий трэш под босса. Большой идет. На лужу его. Нордрус, да, Инор, как и Гуруй. Вот води. Блять, ну моба, кто там уже начал пиздить, на? Води, води, води. Ну, не похуй. Вообще похуй. Сколько у него? 35 на закупке было? Ну, отлично. Юю, следующий моб, когда выйдет, его в репитенсе до конца боя держишь, на 30% сдаю геру, фулл ДД по боссу. Главное, чтобы сейчас никто не сдох. Друид, можешь не бежать на лужу, он там в другую врезался. Держи его прям тут, вообще похуй. Выставляю тотема. Моб выходит, помощник, вон Юи справа вышел от босса, репитенс. Все отлично. Вот теперь Геру. Все, не оверхилим, Эрдру. Только вот на ком меточке их подхиливаешь и танка на фулл хп. Ебать, у нас Артрик сдох. Пизда, но я думал, как бы там хотя бы ходка кинется на него одна. Я просто смотрел, как он умирает. Был бы я на магии, я бы... Эрдру, ты можешь себя не оверхилить? Какого хера у тебя? Танк падает, метки падают, блядь. Там Бер в КД. А, не, не в КД. Да, ресни быстрее. Не клепр, ты если что репитенс обновишь. Блять, быстрее. Блять, не клепр. Почему ты не обновил репитенс? Встал. Подхиливаем. Бля, у нас бить некому нахуй. Хули пробовать, там метки кинулись, у меня маны нет, я, блядь, стою, потому что, сука, хуйню, блядь, творите просто, да. Да, блядь, как меня бесят эти ебаные пугары. ШП вообще нахуй не в гейсе даже, блядь. Сука, выдрачивают такие чмошники, нахуй. Так не в этом сейчас проблема была, блядь, ну, Войт, ну какая разница? Просто сейчас проблема в том, что, блядь, Эрдру, с
смотри, давай с тобой договоримся. Ты видишь вот в хиллботе метки ледяные, на кого вешаются? Ледяные метки. Вот, а вот этот дебаф у тебя по-любому должен стоять под фотами. Фото, и вот видишь, хп у него прям вообще красное. На него кидаешь сразу покровительство. Хота, покровительство. Я буду держать танка и подхиливать остальной рейд. Окей, понял. Все. Пиздец какой-то, блядь, творится, нахуй. Дайте мне сегодня, пожалуйста. Бедный человек, не дает человеку поесть. Пиздец. Бля, ну хочешь, держи его в миле. Мне похуй, вот честно. Просто, блядь, закройте мне этот инс, нахуй, я ушел, блядь. Хорошо, заебись, значит заебись. Все, давай, блядь, держи его, нахуй. Пусть зарывается прямо на месте, блядь, в центре рейдена. Вообще мне похуй, вот честно, блядь. Чё? Голма? Сейчас проезжи одну. Вот так. Все, вот теперь пуляй. Я еще, блядь, и защиту от магии льда поставлю. Помимо сопротив природы, пусть будет. Не клепор, поставь лучше кастерскую ауру, пожалуйста. Я поставил тотем от магии льда. Они не стакаются между собой просто. Ее не перетал ничего, и пусть будет. Серега, я тебя подбиваю. Добили мобов. Мы тут в этот раз сняли больше, чем у него было. Блять, ну... А, это глыба называется. Да? Блядь, ты... Ёбаный ты бокопор, блять. Просто нахуй. Беги, малышка, беги! Давайте еще кто-то из паладинов, блядь, через бабл, нахуй, прожмитесь. Угу. Это будет охуенно, и... да? Да, и потом еще и доза через глыбу, блядь, и другой паладин через... И давайте вот так, блядь, покайтим, нахуй, по всему рейду, блядь. Обновите бафы на магию.
Не кайте, блядь, на мужу просто, сука, зайди. Бабл там что-нибудь киньте, пожалуйста. Дайте, блядь. Блин. Этому. А, все, уже не надо. Уже поздно, да. Заводи на ложь. Ну, если у вас хватит урона. Сейчас глянем. Коль, если что, второго давай вратить нас. Попробуем. В принципе, должно, да, да, нормально будет. Если второй выйдет, он выйдет через 10 секунд. Его вратить, он все держи. Все под жопу встаньте, босс. Абсолютно все. Мобик, его в репитенс. Угу. Только танка на фул держим и метки подхиливаем, обновляем там ходки. Друг, дай мне инер. Моп. Да, вот есть что-то прожать вообще. Хули тебе это ебло сносит? Друль упал. Нормально. Нормально. Сейчас я просто цепным чуть подхилю. Так, ну покорить на бан. Ну последнюю тычку просто убил. Я просто высох, нахуй. Просто, блядь, полностью высох, блядь. Да, нахуй. Давно мне так потно не было, блядь, на Анубе. Дайте еще раз. Пожаловать на испытания крестоносцев. К соревнованиям будут допущены лишь самые сильные бойцы всего Азерота. Мы в числе избранных. Это чё ж так много ролить-то, а? Короче, я сразу запускаю 10-секундный таймер, чтоб потом вопросов не было, блядь.